Некоторое время назад скандальная блогерша Миро задала в сети вопрос о том, почему у Ольги Бузовой нет детей. При этом она отметила, что певица всячески пиарит. В связи с этим блогер недоумевает, почему же пиар-команда Бузовой не воспользовалась такой темой, как беременность. По мнению Миро, это помогло бы еще больше раскрутить Ольгу как публичную личность. Почему популярная молодая певица до сих пор не родила? Этот вопрос задали подписчики Ольги в Инстаграм. На это поп-дива ответила довольно просто. «Потому что у меня нет мужа». Однако кто-то из пользователей возразил. «А что, для этого должен быть муж?» На своей странице Ольга также опубликовала фотографию, которая вызвала восхищение у пользователей сети. На снимке певица запечатлена в романтическом образе с распущенными волосами и белоснежным платьем с бантом. «Тебе идут подобные асимметричные платья», – написали комментаторы.